Решить уравнение 2 косинус х плюс 1, умноженное на корень квадратный из минус синус х минус 1, равное 0. Перед нами тригонометрическое уравнение. Но мы видим, что у нас есть ограничение на область допустимых значений. Под коренное выражение, под корнем четной степени всегда стоит величина неотрицательная. То есть минус синус х больше или равное 0. Умножим на минус 1 и получаем, что синус х у нас меньше или равное 0. Покажем данное решение на единичной окружности. Мы знаем, что синус – это ордината точки единичной окружности. Поэтому заданные наши значения у нас лежат в третьей и в четвертой четверти. Здесь у нас синус принимает выражение меньше нуля или равное нулю. Начинаем решать наше уравнение. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, а другой при этом не теряет смысла. Поэтому нам нужно решить два маленьких уравнения. Решаем эти два уравнения по отдельности. Решим сначала первое уравнение. Выражаем отсюда косинус х. У нас получается 2 косинус х равно минус 1. Значит, косинус х равен минус 1 второй. Перед нами простейшее тригонометрическое уравнение. Х равен плюс-минус арккосинус минус 1 второй плюс 2 пи к, где к принадлежит z. Мы знаем, что арккосинус минус х равен пи минус арккосинус х. Арккосинус 1 второй – это получается пи третьих. Получается пи минус пи третьих плюс 2 пи к, где к принадлежит z. Пи минус пи третьих – получается 2 пи третьих. Итого получили х равен плюс-минус 2 пи на 3 плюс 2 пи к, где к принадлежит z. Начинаем решать второе уравнение. В втором уравнении выражаем корень. Корень из минус синуса х будет равен единице. Чтобы избавиться от корня, мы видим, что правая часть у нас принимает положительное значение. Мы возведем в квадрат. Минус синус х равен единице, значит синус х будет равен минус 1. На единичной окружности синус – это ордината. Поэтому ордината у нас равна минус 1 вот в этой точке. Мы можем записать это в виде семейства минус π на 2 плюс 2 πm, где m принадлежит z. Мы решили наше уравнение, но теперь нам нужно проверить точки семейства на области допустимых значений. Точки первого семейства я обозначу квадратиком, точки второго семейства я обозначу кружочком. Начинаем откладывать. Плюс-минус 2 π на 3 плюс 2 πk. 2 π на 3 – это 120 градусов. Первая точка семейства лежит здесь, вторая здесь. Но мы видим, что данная точечка нам не подходит. Поэтому с учетом области допустимых значений наше семейство видоизменяется. И у нас получается семейство следующего вида. Х равен минус 2 π на 3 плюс 2 πl, где l принадлежит z. Это первое семейство в нашем ответе. Мы посмотрим на второе семейство. Минус π на 2 плюс 2 πm. Эта точка лежит именно на нашей заштрихованной части. Поэтому это семейство нам подходит в чистом виде. Записываем ответ. В ответе два семейства. Первое семейство минус 2 π на 3 плюс 2 πl, где l принадлежит z. И второе семейство минус π на 2 плюс 2 πm, где m принадлежит z.